И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булат и Ко. С вами, как всегда, я Александр, пушистая мордашка Булатик. Сходили мы в гаражик, идем домойся. У нас прекрасная погодка, все великолепно, потеплело. Да, потеплело, мы гуляем тут по гаражикам, наслаждаемся, ходим. Ходили, смотрели, тут нам надо было баночки взять, ну такое. А у нас сегодня прекраснейший понедельничек. Кто не смотрел, заходите на каналчик, смотрите, там мы снимали вчера видосики про то, как собирали грибосики. Грибочков мы, да, насобирали грибочков, красота, ляпота. Вот. Довольно я счастливый. Не лезь там колючки. Отходи. Блатюнь, ну куда ты тянешь? В колючки лезешь, говорю. Ну что ты за собака противная? Продам тебя цыганям, будешь знать. На мыло сдам. Бесполезный кусок хозяйственного мыла. Да, сдам тебя на мыло, будешь знать. Вот так. А мы же в прекрасном настроении времяпрепровождения. Прогуливаемся, дышим свежим воздухом, наслаждаемся. Видосик вам снимаем, так что не забываем. Подписываемся на каналчик. Идем к 1400 подписчиков на канале. Да, поэтому подписывайтесь, не стесняйтесь. Много видео, шортиков. Разных видосиков, я думаю, будет, что посмотреть о погоде, о природе, о грибочках и прочих рыбалках, пчелках и даже о Высоцком. Так что заходите, смотрите. Вот так. Прогулочка сегодня. Небольшое видео. Понедельничек. У нас сегодня 18-е. По-моему, да, 18-е. Ноября 24-го года. Вчера у нас было много прилетов по инфраструктуре. Сегодня уже пообещали свет выключать. Так что будем без света сидеть. Некоторое время, там вроде на 4 часа, обещают выключить, не знаю, как там будет, но есть как есть. Да, говорю, Булатик, есть как есть. Так вот, прогуливаемся, наслаждаемся. Так, я надеюсь, все уже лайкосик прожали, барский лайк, царскую подписочку, подписались на канал Булат и Ко. Гуляет маленький мальчик такой, бусик, прогуливается, дышит свежим воздухом. Что там, пастись будешь, травку нашел? Такой Масюсик. Масюсик-бусюсик прогуливается. Мальчик-масик-алабасик. Завтра думаем по грибочке пройтись. Ой, извините. Ой. Будь здоров, спасибо. Извините, но что-то чихунчики в нос залезли. Напали, да. Чихунчики на папу напали. А мы тут он бегаем, нюхаем. Пошли, пошли. Да, говорю, нюхаем, бегаем и видосики снимаем с наслаждением. Чтобы наши зрители и подписчики, да, посмотрели видосики в прекрасном настроении, продолжили свои начинания сегодняшней трудовой недели тяжелой. Да, вернее, не тяжелая, неделя легкая. Тяжелое начало. Вот, я неправильно выразился. Неделя будет легкая, пройдет как с белых яблонь дым. Все в нашей жизни временно. Да, и нет ничего более постоянного, чем временное. Так что тут философствовать можно, всяких умных, да, поговорок я знаю. Сказок да присказок. Но на тот и человек и жил, как говорят, век живи, век учись, а помрешь дубина дубиной. Так вот это и тут.
Да. Вроде и умный, как утка, и плаваю, как утюг. Ну, на самом деле я плаваю неплохо, очень даже хорошо, не хуже, чем некоторые булатики. Что ты там унюхал? Чудище. Машинка поехала, да. Пошли. На этом будем заканчивать небольшое сегодняшнее видео. Говорит, да, у нас, как всегда, около нуля. Говорит нашим зрителям. До новых встреч. Всего вам самого наилучшего. Прекрасного настроения. Времяпрепровождения. Чтобы быстренько пролетел сегодняшний денечек. Чтобы была у вас удачная рабочая неделька. В хорошем, да, ритме вы ее прошли. Не напрягая, знаете, так, чтобы не расслабляться сильно, потому что тоже неинтересно, но и не напрягаясь, все цели, да, поставленные, вы добились, все у вас получилось, и вы пришли на выходные с наслаждением, да. Ну, а пока же готовимся к рабочей неделе, настраиваемся на позитивчика, как всегда, бодрячком, да, Булатюся говорит, как всегда, мы бодрячком. Ну, чтобы ваш рот приумножался, чтобы женщины не сохли, мужчины не гнулись. Я же вас обнял, приподнял, поставил, где взял. Пока-пока, мои дорогие, не забываем, прожимаем барский лайк, царскую подписочку, подписываемся на канал Булат и Ко.